А сегодня мы с вами быстро решаем квадратные уравнения. Поехали! Пусть у нас с вами есть квадратное уравнение ax квадрат плюс bx плюс c равно нулю, где a, b и c – это коэффициенты квадратного уравнения. В случае, если сумма всех этих коэффициентов будет равна нулю, то один корень квадратного уравнения всегда будет единица, а другой корень – это c делить на a. Вот и пишем c делить на a. Что ж, давайте разберемся на примере. 5x квадрат минус 4x минус 1 равно нулю. 5 минус 4 минус 1. 5 минус 4 минус 1. Это 0? Да, это получится 0. А значит, один корень будет единица, а другой c делить на a. Минус 1 делим на 5. Получаем минус 1 пятая. Вот так все просто.